162 объекта Саратова будут на 4 дня отключены от отопления. В связи с ремонтом тепломагистрали временно батареи остынут у потребителей микрорайонов 2 и 3 дачной. Среди них как жители многоквартирных домов, так и объекты соцсферы. Такую информацию озвучил зампред правительства Валерий Сараев во время инспекционной поездки по теплоснабжающим организациям. Жителям, у кого до сих пор батареи не стали горячими, чиновник пообещал потерпеть 2-3 дня. К выходным, уверяет зампред, отопление появится у всех горожан, и регион на 100% войдет в отоп-сезон. Подачу отопления в 5 районах города осуществляет ТЭЦ-5. Сегодня 2 блока теплоэлектроцентрали работают на полную мощность. Организация перешла на зимний режим работы. Повышение циркуляции. У нас летний режим был это 3000 тонн в час. Сейчас зимний режим 12500 тонн в час теплоносителя. 3 магистрали в работе. Практически мы по гидравлическому режиму вышли тоже на зимний режим. Осуществляем подогрев сетевой воды. Сейчас выполняем диспетчерское задание в 70 градусов прямой тепломагистрали. По состоянию на 15 октября тепло поступило 87% жилых домов Саратова.